Всем привет! Сегодня у нас будет такой обзор для простых людей. Обзор мультиметра DT830LN. И сегодня мы на простом языке о нем поговорим, расскажу о его функциях, ну и кратко по мелочи. Вообще он поставляется в коробочке от этого мультиметра. В коробочке сам мультиметр в пакетике целлофановом. И в таком же пакетике есть щупы черные и красные, самые дешевые. Сам мультиметр находится в силиконовом чехле сразу с завода, это большой плюс за его деньги, стоит он 155 гривен, в рублях где-то 290-280. И в этом мультиметре есть все стандартные функции, то есть измерение напряжения переменного, постоянного, тока, прозвонка резисторов, со звуком, кстати, тест светодиодов, потом проверка сопротивления. Максимально тут 600 вольт переменного постоянного тока и 10 ампер. Вот так вот все это выглядит вообще вблизи. Тут еще есть, как видите, экранчик вот такой вот длинный и две кнопочки. Получается, вот эта кнопка отвечает за подсветку. То есть сейчас включим, включаем подсветку. И вот, как видите, она достаточно яркая, что очень хорошо видно, все прекрасно. И еще одна кнопочка вот эта. Эта кнопочка останавливает показания, то есть сейчас вам покажу просто пример. Вставляем щупы, кстати, про щупы, тут, как видите, три отверстия щупов, всего лишь два. И тут, как видите, такие вот желтые треугольнички. Получается, там, где написано VAC или DC, это про напряжение, то есть вы можете вставить сюда и сюда щуп, сюда черный. В середину вообще черный и красный, хотя это не имеет значения, и красный сюда, и выставляете на напряжение, а если туда, где амперы, то таким образом вы сможете измерять ток. Так, вставляем все это дело. Держится все очень прочно. Так, проверяем напряжение на батарейке. Нажимаем на эту кнопочку, и вот у нас зафиксировалось показание. То есть вот убираем щупы, вот они, голые. А показание у нас зафиксировалось. А с подсветкой это все выглядит вот так. То есть достаточно ярко, как уже говорил. То есть функция реально полезная и иногда бывает незаменимой. Вообще, весь этот прибор меня подкупил несколькими своими параметрами. Во-первых, он компактный, он маленький, то есть, как видите, помещается легко в руку и практически скрывается в день. Потом в комплекте щупы, аккумуляторы, от чего питается этот мультиметр. Все привыкли видеть, что мультиметр питается от кроны, 9-вольтовой кроны, но внутри вот этого мультиметра уже есть аккумулятор. То есть он работает прямо из коробки, прямо с завода, он уже идет рабочий. То есть ничего докупать вам не придется. Хотя вот за эти же деньги вы вряд ли сможете найти что-то похожее на это. Даже из Китая, это вроде на этих кронах все идет, им нужно будет все равно докупать крону. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, на этом наш краткий обзор такого классного мультиметра подошел к концу. Сейчас мы проверим, как я тестирую данный мультиметр, вот такие вот маленькие светодиодники. Это идет от гирлянды, и есть подозрение, что он не рабочий, то есть он перегоревший. Тут у нас есть отверстие, как видите, 8 штук, и вставляем сюда, будем смотреть. Вот вставляем в эти отверстия, и вот у нас идет, оказывается, горит, и на самом деле он полностью исправно, оказывается, работает. Поэтому с ним никаких проблем нет, и претензий тоже. Ну что ж, на этом наш краткий обзор подходит к концу. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Ссылочка на мультиметр в описании. И до скорых встреч.